Привет, девчонки! Здравствуйте! Сегодня у вас будет челлендж. Вам надо будет повторить за китайским балетом. Вы когда-нибудь видели, что они вытворяют? Садитесь поближе. Вам поставить. Посмотрите кусочек, который мы будем повторять. Вот отсюда, с мостика. Вот это все. Ну, в принципе, ничего невозможного. Это в принципе. Невозможно, да? Вот до сюда, все. Первый кусочек до сюда. Они идеально, мы не запомнили. Ну, нам просто выучить эту комбинацию. Вот это. А три раз, ножки раз и два. Все. Ну, давай пробуем. Ну, Айсура, ты точно сделаешь. Да, только. Смотрите, в позу стой. Там одна ручка вверх, другая в сторону. Да, только надо ножки вот такие вместе. Прямые. Пробуем. Кого подержать, говорите. Да, и вот поза. Вот так, да, красиво. Давайте теперь сделаем боком. В принципе, ко мне нормально. Еще раз, все вместе синхронно. Я хочу увидеть ножки, как у них вот такие вот. Давайте мы сделаем по-своему. Нет, надо челленджи повторить. Приготовились. Нет, опустите ручки. Начнем вот так вот. Раз. Да, поехали. Готово. И раз, два, три. И на четыре стоять на меня. На меня. Одна ручка, которая ко мне вниз, другая наверх. Замерли, смотрю позу. Ну, еще раз. Короче, четыре счета у вас есть. Раз ручки, два перекатик ножки, три и поза четыре. Раз. Два, три, четыре. Хорошо, молодцы. Второй кусочек смотрим. И легли. Раз, повернулись. Два, ножка три, комочек четыре. Ручку тоже убрать верхнюю. Пошли, пробуем. И раз, и два, три, четыре. И раз, поворотик. Два, нет, ножка. Три и четыре сложится. Можно, можно. Ну, давайте попробуем. Комочек. После прогиба сразу на живот ложимся. Пошли, прогиб. Раз, животик. Два. Дальше прогнули, замах и стойка. И ножка. Раз. Нет, два. Согнуть, согнуть. Две. И потом вот это. Вот встали. Встали стойку. Стойку на груди встали. Встали. Вытянули ножки. Правую согнули. Раз. Поменяли ножки. Два. Да, вторую опустили. Три. И сделали позу. Четыре. И назад. И прогиб. Схватиться ручками. Готовы. Прогиб. И... Раз, на животик, два, замахнулись, три, стойка, четыре, ножка, раз, поменяли, два, три, поза, четыре. Вытянули вверх и легли, схватились. Не, надо схватиться и замереть, все, на этом конец. Нет, это не я так придумала. Опустили головушку. И раз, два, три, четыре. Легли, поворотик, нога, комочек, прогиб, живот, замах, грудка, ножка, ножка, две, поза, ножки и назад. За, схватиться, надо прям схватиться. Готово. И раз, и два, и три, четыре, и вниз. Поворотик, нога, комочек, прогиб и живот.
И в замах. Крутка. И раз, два, три. Поза. Четыре. И вверх. Схватиться. Замерли, замерли, замерли. Кто схватился? Одна схватилась. Легли на животик. Раз. Через червячочек такой. И ручки вверх. Два. Далее в нашей программе схватиться, как это называется, у нас коробочка называется, за пяточки свои, хоп, сделать прогиб вперед, вытянуть локти, да, и сесть попой себе на ноги. И вернуться обратно. Вот, смотрите. Вот вы, вот. Легли, хоп, ручки вверх, схватились, сели. Серьезно? Обратно. Чего почему это, мне кажется, это легко? Действительно. Кажется. Ой, нет, это не так легко пустить. Ну, Айсура, ты-то сделай. Ну, хотя бы вот так. Ну, хотя бы локти положить на пол. Это там. Хотя бы. Хотя бы. Мы хотя бы не сделаем. О, Айсура сделала почти. Пробуйте. Ему за руками? Давай, это будет соло. Вот этих двух. Нет, давайте на троих. Четырех. Хоп, хоп. Давайте вот сам, Алиса. Хоп, хоп. Короче, две Алисы и Айсура. Вот это сделаем. Бам-бам. Шпагат. Да шпагатик. Мы хотим, мы не можем. Давайте еще раз. Легли, схватились. Ну, сделали вид, что схватились. Легли на живот. Кошечкой красивой. Руки вверх. Схватились. Сели. Встали. Сейчас посмотрю. То есть, как вы после этого встали? Хоп. Сделай сверху просто ручки. Раз. И опять наверх. И пошла на стоечку. Оп. Так тебе надо назад немножко. Тут эту стену. Да. Раз. Подогнула. Сначала коленочка, потом верхняя ножка. Да. Показать вот этот шпагатик. Ну и они согнулись вперед. До сюда. Все, и побежим. Ну что? Получится? Мостик. Раз. Сели. Два. Да, локти на пол, попа к пяткам. Ну, попу опускайте. Ручки верни, три. Ручки вернули наверх. Просто махнули взмах. Вернули наверх. И стойка на грудь. Ой, на грудь. На локти. Ну-ка, давайте только вот эту стоечку потренируем. Одновременно можно. Пошли. И... Раз, Айсура, давай. Два. Все, стоим. Смотрю. Подгибаем ножку. Три. И на шпагат. Учись, учись. Красивая штучка. Красивая, но сложная. Нет, ты сначала ровненько вытяни, дай-ка я тебе ноги. Давай. Стой, стой, не загибай. Вот теперь загибаешь. Раз. И вспомним на маке. И почти справились. Ну-ка, давай, сделай. Вот, у тебя же красивенько как получается. О, ровно. Молодец. И раз, и два, и ножки, и поза. И вниз. И хоп, поворот. Нога.
и комочек, и прогиб, и живот, и замах, и грудка. И раз, два, три, четыре. Вверх. Замерли. И вниз. И червячок. Ручки. И мостик. Сесть. Вернуться. Ручки взмахнули. Вернули. И пошли стоять. А показать шпагатик. Легли. Все, поехали. И раз, и два, и три, и четыре. И вниз, и поворот. Ножка три, и комок. И раз, и поворотик. Хоп, замах, грудь. Раз, два, три, четыре. Вверх. Взялись. Легли. И червячок, и ручки вверх. И мостик. И сесть. И встать. Вверх, замах. И вверх, и пошли. Стоим, и первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и последняя. Легли вниз. Все, и замерли. Молодцы, справились.